Друзья, всем привет! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал. Особенно, как всегда, приветствую своих подписчиков. А у меня очередная распаковка. На этот раз по ссылке содержится еще один образец LED-ламп. Сразу скажу, обошлась посылка в 161 рубль или 2,9 доллара. Добралась за 29 дней, типа размера Е14. Так, а пока давайте распакуем, посмотрим, как у нас этот образец до меня добрался. Какого он качества, как оно светит. Очень интересно. Так. Ага. Все, вспомнил, почему 161 рубль, потому что здесь две лампы. Значит, соответственно, каждая лампа, значит, обходится примерно 80 рублей. А это уже не так уж и плохо, наверное. Так, вот так они у нас выглядят. Купил я эти лампы на замену вот таких вот ламп марки Niel, которые я использую в домашних светильниках. О, у меня тут даже дети умудрились нарисовать на лампочке. Чем-то ручкой, наверное. Так, 9 ватт, 4200К, 40 миллиампер. Вот эта лампочка, она, ну, очень светила, очень тускло. Вот такое только, я не знаю, ночное освещение, если разве что оставлять во время сна. Вот, как бы не очень устраивало. Вот эти лампы должны светить более ярко. Вот, единственное, меня немножко беспокоит то, что они все-таки без защиты, вот, без этих вот защитных вещей. Вот, соответственно, если потыкать хорошенько ручкой, наверное, можно чего-нибудь здесь натыкать. Ну что ж, я пошел тестировать, не переключаемся. Ну что ж, готов я подвести некоторые итоги. В общем, светильник у меня, в который я планировал установить эти лампы, оказался неподходящим по размеру. Он достаточно длинный, и цоколь утоплен достаточно глубоко внутрь. Соответственно, вот эта лампа, так как она более длинная, она дотягивается туда, вкручивается нормально. Вот эта лампа туда даже не дотягивается. Что можно сказать про энергопотребление и про силу свечения? Значит, здесь у нас при заявленных 9 ваттах лампочка светит еле-еле, просто как ночное освещение. Вот. Здесь физически я сейчас измерил, примерно 3-4 ватта потребляет лампочка, но свечение у нее просто излишне яркое, то есть это ослепляет. И вот даже то место, куда я планировал поставить, над столом. Ну, если бы, наверное, сверху это светило вниз, то, в принципе, может быть, было бы комфортно работать под таким. Но если это освещать, вот близко сидит человек, то просто слепит, как прожектор. То есть излишне ярко. Вот. Ну и стоимость, в принципе, я уже сказал, 160 рублей за пару получилось. Вот. Поэтому экземпляры очень интересные. Конечно, да, не хватает защиты немного. Вот то, что по длине, да, отличается от ламп такого типа, тоже может создать некоторые сложности. То есть, если тоже будете закупать, сразу примерно прикиньте. То есть, войдет оно у вас туда, куда вы планируете. Потому что не везде они хорошо встанут. Вот. Ну так, очень любопытные образцы, очень яркие на удивление. Если интересно, если у вас есть потребность более точно, чтобы я измерил силу свечения, у меня, в принципе, в телефоне и люксметр, там, программка, и могу, в принципе, замерить, ну, там, не знаю, на расстоянии, допустим, там, 50 сантиметров от светильника, эту лампу, например, и эту, и сравнить их в более точном измерении. Если есть потребность, напишите в комментарии, обязательно измерю. Ну, так, пока я просто визуально для себя определил, что эта лампа, наверное, раз в 5, наверное, ярче вот этой светит, по ощущениям, если не больше. Вот, такое видео, достаточно хороший лот. В принципе, можно, наверное, рекомендовать и лот, и продавца. В конце видео я хочу вас, конечно же, поблагодарить за просмотр моего очередного видео. Как всегда, формальности. Те, кто еще не подписался на группу в социальных сетях моего YouTube-канала, сделать это можно по ссылкам в описании.
Если вы приобретаете этот товар, либо что-то еще на просторах интернета, то не забывайте обязательно использовать кэшбэк-сервисы. Те кэшбэк-сервисы, которые использую, я рекомендую, ссылка на них будет в описании. А если вы считаете, что мой канал заслуживает небольшой поддержки, то переходим по самой нижней ссылке в описании. Все, друзья, всем счастливо, пока!